Значит, лабораторная история, и нам это развязывает несколько руки. Пробуем то, что в театре, может быть, и не решились бы, а здесь мы вот как посмелее работаем, хулиганим больше. Вот. Ищем какую-то такую форму, которая нас может заинтересовать. Подобная театральная лаборатория – желанная практика для любого режиссера. Работа над эскизом проводится в экстренном режиме. Идея приходит одна за другой. Генерируют их в том числе и актеры. Подобный формат практикуется в Челябинске впервые. Премьерная лаборатория посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Каждый театр, и мы в том числе, пытались как-то переосмыслить эту тему, поработать с ней, потому что театр должен реагировать на современность, театр должен реагировать на какие-то события. Театр – это общественно важное место, общественно значимое. Это не спектакль, который должен войти в репертуар. Именно поэтому здесь очень много свободы в выражении режиссерской мысли. Свобода формата позволяет актерам выходить на сцену со сценарием, использовать необычные декорации и реквизит. Зрители увидят, как режиссеры раскроют тему войны с необычной стороны. Сейчас ведется работа над эскизами пьес Алексея Житковского, Олега Багаева и Джона Бойна. Как ты смеешь не подчиняться моим приказам? Простите, офицер. Показ экспериментальных эскизов на военную тему состоится уже в эти выходные. Все желающие могут оставить заявку на сайте молодежного театра. В программе не только мини-спектакли, но и мастер-классы от театральных критиков. Наталья Шмухаметова, Владимир Котягов, Урал-1.